Всем, ребята, привет, вы на канале GameDop. Сегодня я хочу вам показать одну мобильную игрушку. Давно я не сталкивался с такими мобильными играми, которые меня чем-то бы цепляли, чем-то бы и удивляли. За последних 2 года таких, наверное, не было ни одной. А вот именно вот эта игра, думаю, достойна внимания нашего с вами. По смыслу это как будто Fortnite. По внешнему виду игра очень похожа на Mobile Legends. Еще что хочу отметить, разработчик данной игры тот самый, что и Taichi Panda, Snile Games. Игра сделана очень качественно, мне все здесь пока что нравится. Сыграл я здесь уже игр, наверное, 10. Вот история боев. И смотрите, победа, победа, поражение, победа, победа, победа. Потом поражение, и потом последний бой, это я остался один против двоих. Сложно же, конечно же, в соло двоих убить. Давайте меньше слов и начнем уже играть, мне уже не терпится. Так, поставлю для начала режим, где мы будем играть вчетвером. Как бы на локацию скидывается примерно человек 70, там иногда больше, иногда меньше. Команды по 4 человека. И, естественно, побеждает та команда, которая выиграла. Вот игра уже нашлась. Это подгружаются люди. Такая типа локация, в которой мы ждем, пока все подгружаются. Вот 20 человек показывается, уже загрузилось. Что-то маловато. 28. А почему меча нету? В этой игре меча нету. У меня любимого оружия нету. Я хотел мечом поиграть. Не знаю, наверное, буду косой играть. Ой, наверное, звуки потише сделаю. Что-то слишком громко. Ладно, буду косой играть. Но моя любимая пока что пушка — это обычный меч двуручный. Так, ждем, пока все подгружаются. Вот уже 72 человека. 7 секунд до старта. Да, 72 человека, и все, мы стартуем. Все, погнали. Вот оно. Мы летим над локацией. Вот тут такая локация. Она довольно-таки большая. Учитывая, что это мобильная игра, это она офигенно большая для мобильной игры. Вот мы летим на этом дирижабле. По карте видно, красные точки — это сбрасываются противники. И мы ждем, когда тоже будем сбрасываться. Я отдал командование на сбрасывание другому чуваку в пати. Он, короче, сейчас посмотрю. Он на карте показывает, куда мы побежим. Все, мы спрыгнули. И вот он как бы нами управляет. Можно, конечно, с собой прыгать. Но лучше, чтобы как бы мы все в куче прыгнули. Так, мы втроем, а четвертый чувак где-то сам полетел. Это плохо. Нужно не разбегаться. Когда вы разбегаетесь, это самая основная ошибка. Так, все, дальше я сам. Дальше я сам. Так, статую исследовать. Сковородка даже есть, ребята. Вы купаете? Сковородка. Скиллы зависят от того, какое вы оружие возьмете. Так, это гвард, вард. Разбиваем сундуки, собираем все, что падает. Не знаю, какое оружие использовать. Магом я точно не хочу быть, это я не умею им управлять. Или лук найду себе, или косу. Так, некоторые вещи мы просто разбиваем. Некоторые подходим, они уже лежат. Некоторые нужно лупой распознавать. Потихоньку качается левел. Максимальный левел 10. С каждым левелом усиливаются скиллы. Так, здесь бутылочка, поднять. Надо сильно-сильно не отставать. Далеко не отходить от своей команды. Все проигрыши, которые были у меня, это тогда, когда мы разбегались в разные стороны. Кто-то уходил, нас оставалось 2 или 3, нас подлавливали и убивали.
Это была главная ошибка. О, здесь упал лук. Арбалет. Давайте арбалет возьмем. Тоже неплохо. Ну, наверное, лук я хотел бы больше, чем арбалет. Ну, ладно. Тоже пойдет арбалет. Естественно, как бы в любом подобном жанре игры на выживание, локация сужается. Вот видно сейчас. Так, круг такой. Потом все сужается, сужается. И рано или поздно все сталкиваются. И пока что все живые. 72 человека как было, так и осталось. О, там сундук большой. Надо пойти его посмотреть. Что здесь полезного и интересного есть. О, лук. Возьму я лук такой, короче. Да, пойдет. Я буду с луком. Мне это нравится. Левел качается, когда мы открываем сундуки, когда разбиваем бочки, когда кого-то убиваем, когда убиваем мобов. Здесь также есть обычные мобы. С неба падают кейсы, в которых попадаются очень хорошие вещи. Сковородку я вам уже показывал. Как это в такой игре, чтобы не было сковородки, это святое. Это залог успеха этой игры. Сковородка. О, что-то. Кольчуга получше, не знаю. Надо еще, Саша, это, Саша, я просто еще в шмотках не ориентируюсь. Какие хорошие, какие плохие, я еще плохо в этом ориентируюсь. Немножко не понимаю. Так. Не-не-не, ты не того стреляешь. Ну ладно, давай, убивай. Пятый левел, отлично. Блин, еще 72 человека, еще никто никого не убил. Долгая игра получается. Так, локация не сужается еще. Еще можно ходить собирать. Бутылки есть там на блинки, на инвиз, на реген хп, гварды. Есть даже, я находил турельку, которую ты ставишь, и это... она, короче, стреляется по противникам. Когда локация сильно-сильно сужается, турельки очень сильно помогают, кстати. Но турельку сложно найти. Вон зелье невидимости. Тоже как бы штука полезная. Что-то сильно все мы разбежались. Вот только мы, вот мы вдвоем... О, чувак. Все, одного мы убили. Вот он, типа, мы его убили, он, типа, ползет. Если к нему подбегут его союзники, его могут, типа, смогут поднять. Но все, мы его добили. Вот он зря сам бегал. Если он бы сам бы не бегал... Блин, лук, я не хотел брать косу. Лук я хочу взять. Так, второго... Да какой... Я просто со старта выбрал косу, теперь он, когда только косу видит, теперь ее автоматом поднимает. Там второго чувака спать и что-то пытаются убивать, походу, нужно, типа, помогать ему. Он там кого-то гоняет, походу. Он убил. Наш чувак спать, я кого-то убил. Так, в игре уже осталось 61 человек. Так, замесы вижу. Ребята, не, только не подыхайте. Так, одного убили. Отлично. Кажется, двоих убили. Ну, одного точно, вот сундук его лежит. А, вот еще, тут вообще сундуков куча. Тут, наверное, бойня целая была. Прикиньте, сколько здесь сундуков валяется. Да, здесь по-жесткому бились, конечно, ребятам. Тут такое мочево было. Блин, опять косу берет. Это колупа он косу брать. Так, отлично. О, кто-то еще бежит. Капец, он убивает. Вау!
Поднять, поднять. Давай, 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 родной. У меня смайлик лов кидает. Ну шо, ну шо, нормально все, да? Отбились? Опять он косу-то сраную взял. Не надо мне коса. Лук дай. Он тупо косу хватает постоянно. Срака. Ну давайте с косой пердить. Короче, он, короче, я тоже, да, это, когда был старт игры, я себе там выбрал косу, как типа свое основное оружие. Теперь он как только косу видит, автоматом поднимает ее. Ох, я немножко отстал, там смотрю, вообще это месиво идет. Нужно, нужно кучнее, ребята, кучнее. Быстрее, быстрее. Тут, кстати, голосовой чат есть. Там что-то по-английски говорят, я не понимаю ни слова. Ой, там вообще мясо идет. О, ребята, я бегу к вам, бегу. Я все пропустил. На карте уже 13 человек осталось. Мы пока что все живые. Отлично. Я его, ну, я, наверное, пропустил все, конечно. Офигеть, все. На карте 7 человек осталось. Нас четверо. И у кого... Короче, мы выиграли, ребята. Смотрите. Нас четверо. И на карте двое осталось. Это получается, у кого-то в пати 2 человека осталось. Ха! Вот это вообще изи-катка. Какие шмотки одевать? Там можно перед игрой выбирать. И когда он находит нужную шмотку, которую ты подобрал себе, ты это, она автоматом одевается. Короче, ты билд себе как бы строишь перед игрой. Конечно, ты можешь во время игры любую шмотку одевать, но когда ты билд делаешь, вот та шмотка, которая в билде, она автоматом одевается. Так, что здесь ничего интересного. Я банку выпью, потому что у меня не полное хп. Вот, где-то 2 человека осталось. Тупо изи катка. Сейчас попробую просветлялку кинуть. О, все, ребята, пошли убивать. Сейчас я его, блин. Я вот с косой не играл, блин, я вообще плохо играю, у меня... Ты не понимаешь, где он. А, все, вижу. Отлично. И где-то еще один чувак остался, и все. Его убить, и мы выиграли. Как это вообще легкая катка была. Ну, поначалу, наверное, этот рейтинг, типа, слабенький. И тебе кидают на нубов всяких. Таких же, как и ты. Потом поначалу вообще легко выигрывать. Не знаю, там я сыграл вот уже игр 15. Я только 2 раза проиграл. Так, хочу я его убить. Он мой. Он мой. Все прибежали. Он синий какой-то, блин. Да, я бы его не убил бы, кстати, сам. Все, победа. Number one. Ну да, катка изи. Я 6 убил. Это, кстати, было впервые, когда вот меня убивали, а потом меня поднимали. Обычно такого у меня ни разу не было. Вот я там успевал поднимать некоторых чуваков раньше. Вот так, чтобы успевали меня поднять, это вот первая игра такая. Ну что, ребята, реально классная игрушка, да? Интересно. Что вы думаете по поводу этой игры, пишите в комментариях. Я думаю, буду и дальше в ее немножко поигрывать. Когда будет свободное время, тоже поедешь, хочу еще позаписывать различные видео, потестировать различные оружия, различные режимы потестировать. Короче, планы на эту игру у меня есть. Даже у меня в планах есть клан свой создать. Все, ставим лайки и всем пока. Ба-бах! Субтитры сделал DimaTorzok